Почти две недели, а точнее 12 дней, и мурал готов. Именно столько понадобилось, чтобы украсить одну из стен главного корпуса политеха. Арт-объект автобиографичен. Парень и девушка в бойцовках – это и есть сами художники Николай и его ученица Дарья. Начиная с цвета глаз, все детали тщательно вырисовывались и продумывались. Сложно рисовать портреты из-за того, что небольшая ошибка, неправильно тень поставлена, неправильно свет, и лицо перестает быть узнаваемым. Поэтому постоянно приходится спускаться на землю, отходить, смотреть, возвращаться, что-то подправлять, сравнивать с исходником, с эскизом. Чтобы обновленный фасад вуза как можно дольше радовал глаз, использовали специальные краски. Место для творчества тоже выбирали заранее, на теневой стороне здания. Так рисунок сохранится лучше. Кстати, студентам очень понравился новенький арт-объект. Я считаю, что данные арт-объекты должны появляться во всех городах и пропагандировать студенческие отряды, наши движения, потому что это реально подбадривает всех студентов, и данное движение должно процветать. Сами художники отмечают, браться за подобные проекты интересно и совсем не сложно. Я хочу сказать, что это любимое дело, поэтому я думаю, когда ты занимаешься тем, что тебе в удовольствие, не может быть как-то в тягость. Хотелось бы, чтобы таких проектов было больше, чтобы как бы укреплять культурное развитие в нашем городе в целом, чтобы город был ярче. Главный посыл настенной живописи – показать вклад студентов в развитие региона на языке творчества. По мнению художников, получилось. А еще в этом году движение студотрядов отмечает 60-летний юбилей. Поэтому событие для ребят в бойцовках знаковое. Мария Костылева, Дмитрий Денисов. День с толком.